Первый поезд, отправляющийся из Шанхая, будет перевозить 50 контейнеров по 40 футов каждый, загруженных одеждой, автозапчастями, солнечными батареями, мебелью, предметами первой необходимости и механическими деталями. Информацию об этом агентство Nazar News предоставило китайское агентство CCTV+. Согласно плану, товарный поезд, отправляющийся из Шанхая, будет курсировать регулярно каждую неделю, а новые маршруты будут постепенно расширяться. Мы создали специальную стойку для декларирования и специальный пост для этих товаров, которые будут перевозиться грузовым поездом Китай-Европа. Наши сотрудники проверят товары, как только товары прибудут на нашу станцию, и сразу же выпустят их после проверки. Используя методы проверки на месте и с помощью видеонаблюдения, мы стремимся сократить время таможенной очистки, обеспечивая при этом качество физического контроля. Первый грузовой поезд отправится из наземного порта Алашанькоу в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая и направится в Гамбург, пройдя через Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу. Весь путь займет около 2 недель. На обратном пути из Гамбурга поезд доставит партию товаров с немецких предприятий, участвующих в 4-й китайской международной выставке импорта, что откроет новый канал для предприятий из Европы и стран, расположенных вдоль пояса по пути. Чтобы снизить затраты на таможенное оформление для предприятий, мы разрешаем объединение некоторых допустимых складских квитанций по расписанию грузовых поездов Китай-Европа для декларирования, так что количество таможенных деклараций может быть уменьшено, что еще больше снизит затраты на таможенное декларирование. Запуск нового маршрута грузовых поездов Китай-Европа и Шанхая предоставит отечественным и зарубежным предприятиям новые возможности логистики и имеет стратегическое значение для смягчения текущей нехватки международных транспортных мощностей, улучшения глобальной способности Шанхая по распределению ресурсов и усиления его функций как портал открытого хаба.